Глава Центра избиркома Элла Памфилова продолжает настаивать. Незачем выводить трансляции с избирательных участков в интернет для общего обозрения. Это просто удовлетворение любопытства диванных наблюдателей, как она говорит. А на это миллиард жалко. Миллиард действительно на дороге не валяется. Я согласен. Особенно в наше непростое время. Выборы сами тоже подорожали. Выборы в Думу этой осенью будут стоить 16 миллиардов рублей. В целом по стране 22 миллиарда рублей. Огромная сумма. А все потому, что трехдневное голосование. Можно было бы в теории сократить до одного дня, но тогда не очень удобно манипулировать голосами или фальсифицировать результаты. Или, например, прошлогоднее голосование по поправкам Конституции стоило бюджету 14 миллиардов рублей. Но его можно было вообще не проводить, это просто была прихоть Владимира Путина. Поправки бы и без голосования вступили в силу, как известно. Но 14 миллиардов не жалко, а миллиард на видеонаблюдение жалко. На самом деле это логично. Жалко денег бывает только на то, что власти не нужно, а нужно людям. И наоборот. Поправки Конституции нужны Путину, потому что они позволяют ему править вечно. А видеонаблюдение нужно избирателям, особенно после самого сфальсифицированного голосования в истории, которым и стало голосование за поправки. И именно поэтому его и не будет. Или вот еще Памфилова говорит. Объем видеотрансляции, видеонаблюдения увеличивается более чем в 15 раз по сравнению с предыдущими выборами. Вопрос в том, куда транслируется. Какой объем? Какие 15 раз? По сравнению с чем 15 раз? О чем говорит Элла Памфилова? Это все не ясно. Но что имеется в виду? Понятно. Главная задача этих выборов – не результат. Он в целом Кремлю известен. И списки будущих депутатов давно лежат на столах, где надо. И отклонения, ну, может быть и возможны, но в пределах одной-двух фамилий. И эти фамилии, я вас уверяю, у вас не вызовут никакого энтузиазма. А появление в Думе хоть одного, я подчеркиваю, хоть одного оппозиционного депутата, реально оппозиционного, станет сенсацией. Главная задача в том, чтобы выборы прошли тихо. А в Кремле не забыли, какой протест могут вызвать даже, ну, не сами фальсификации. Подделали выборы 1000 лет, никого это не трогало. А свидетельство этих фальсификаций, свидетельство воровства голосов, как это случилось в декабре 2011 года в Москве. И смысл этих выборов понятен тоже. Все сделать тихо на фоне той экономической депрессии, в которую превратилась вся вторая половина царствования Владимира Путина. 20 лет он уже у власти. За 20 лет Южная Корея превратилась в современную процветающую экономику. Взлетел Сингапур, пример той самой авторитарной модернизации, о которой Владимир Путин, возможно, мечтал 20 лет назад, но потому что сейчас уже не мечтает точно. Сейчас, на 22-м году своего правления, он обсуждает с министрами растущий в цене борщевой набор. Ну, как обсуждают? Берет, как говорится, на свой контроль. Руководителям регионов указано на необходимость незамедлительно увеличить количество ярмарок минимум в 2 раза. И такие возможности в стране есть. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам с просьбой дать поручение главам регионов взять эту работу под личный контроль. Такая совместная работа правительства, регионов и партии «Единая Россия» позволит к сентябрю существенно улучшить ситуацию с овощами борщевого набора. Путин выслушает, обязательно задаст какой-нибудь вопрос, а то получится, будто он не вовлечен в тему. Потом обязательно что-нибудь поручит, а то получится, будто он и не руководит вовсе. Ну, типа, пусть подключится Минпромторг, что-нибудь в этом роде. А затем «Единая Россия» соберет рабочую группу по свекле и моркови, а то, помните, на прямой линии вдруг выяснилось, что бананы дешевле. Но эту проблему, слава богу, уже решили. Бананы подорожали. Вот Путин отмечает, в целом все хорошо в стране, но не идеально. Над некоторыми проблемами надо еще поработать. Наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Бедность, изношенность школьных зданий на бюрократическом языке, которым говорит Путин. Бедность, ну это такая напасть, вроде наводнения, неурожая или там изношенных школьных фондов. Так что над этим надо еще просто поработать правительством, может быть, какие-то рассмотреть предложения. В этом же мире скучных цифр и правительных совещаний и живет тот самый знаменитый путинский средний класс со своим окладом 17 тысяч рублей. А я даже знаю, как будет решена проблема борщевого набора к середине сентября. Овощи подешевеют сами. На самом деле они уже дешевеют с конца июня. Газета «Коммерсант» уже отмечает признаки дефляции благодаря снижению цен на овощи. За последнюю неделю картошка подешевела на 6 с лишним процентов.
Исходя из раннего удешевления картофеля, моркови и свеклы, вопреки ожиданиям, предполагалось, что в 2021 году она начнется лишь в августе, что и вызвало необычное резкое их удорожание с июня. Ситуация улучшится даже ранее и без малых форматов для малых производителей. Сложно сказать, насколько происходящая рутина политического театра, а в какой мере речь идет о реальном беспокойстве власти из-за возможной угрозы потреблению. О, это магия четко поставленных задач и поручений правительству. За 20 лет Владимир Путин научился взглядом останавливать цены на овощи во второй половине лета. Это большой прогресс. Еще лет 10, и к Новому году будет обеспечен лед на всех открытых катках страны. А вы говорите, Россия стоит на месте. Но важен сам факт. Пропаганда решения проблемы борщевого набора к выборам – это диагноз, это приговор экономической политики Владимира Путина. Это и есть та самая реальная, безысходная бедность, в которую погружается страна, несмотря на феноменальную сырьевую конъюнктуру нулевых годов, когда в течение нескольких лет экономический рост балансировал на грани 6-7%. На этой неделе Путин обсуждал с экономическим блоком правительства так называемые национальные цели, уже аккуратно сдвинутые с 24 на 30 год. Вот отчитывается премьер Михаил Мишустин. Отмечу, что уровень достижения показателей национальных проектов на июнь месяц этого года на 10% выше, чем в прошлом году. Из более чем 200 показателей достигнуто 80%, а из свыше 1200 мероприятий выполнено практически 90%. И так далее. 250 инициатив, 470 поручений, выполнены в таких-то объемах. Снижаем младенческую смертность на 1.5%. Повышаем трудоустройство выпускников ПТУ на 15%. Сохраняем позитивную динамику в среднем образовании. Реализуем 173 проекта в сфере городского благоустройства. Закупили 146 тысяч контейнеров для сбора мусора. И так далее до бесконечности. Но кто? Кто сможет объяснить, чем занимается правительство и какова в стране экономическая политика, если, конечно, вывести за скобки снижение цен на свеклу и выплаты на детей к выборам, чтобы родители их лучше голосовали? Этот бюрократический бубнеж и есть тот фон, на котором Кремль ковровыми бомбардировками всю весну, все лето уничтожает любой потенциальный очаг протеста в стране. Потому что, смотри, пункт первый. Главное не победить сами протестные настроения, а силой подавить все возможные источники недовольства. Навального записать в экстремисты, кандидатов с выборов снимать с копом, закрывать расследовательские издания одно за другим, зачислять журналистов в преступники и иноагенты. Потому что есть обоснованные подозрения. На фоне дискуссии о борщевом наборе реакция на дворцы и бизнес-джеты чиновников и депутатов может быть особенно острой. Вот соратники Навального выпустили расследование о спикере Думы Вячеславе «Нет Путина, нет России» Володине, в котором утверждают, что он продал 23 гектара московской земли девелоперской компании «ПИК» за примерно 4,5 миллиарда рублей, что только в город Саратов он налетал за счет бюджета на 75 миллионов рублей и что его личная благотворительность на самом деле финансируется крупнейшими госкомпаниями, о чем свидетельствует их отчетность. Вячеслав Володин – миллиардер. Он тайно занимается крупным бизнесом. Не когда-то там давно, как гласит легенда, а прямо вот сейчас зарабатывает на этом безумные деньги, которые вы не увидите в декларации. Точно так же вы не увидите там и его жену. А она есть, и она тоже сказочно богата. Тайный бизнес, секретная супруга, дачи, квартиры, самолет. Ну и, конечно же, 85-летняя мама, которая за последние 2 года заработала миллиарды рублей. Я расследование прочел. 3 вывода. Первый. На определенном уровне проблема борщевого набора успешно решена уже много лет назад, так что Россия все-таки не стоит на месте, согласитесь. Второй. Нет Путина, нет России. Тоже в большой степени правда, когда речь идет о тех, кто решил проблему борща в большой степени благодаря успешному продвижению именно этой, если вдуматься, не такой уж и очевидной формулы. Третий. Миллиард на видеонаблюдение, ну как-то можно было наскрести, хотя бы даже и в форме благотворительности. На самом деле, не только Вячеслав Володин, как следует из расследования, выдает себя за попечителя и обеспечителя всей Саратовской области, он еще и является, если угодно, невольным соавтором электорального чуда на прошлых выборах в Думу, когда на 100 с лишним избирательных участках Саратовской области «Единая Россия» показала, внимание, абсолютно одинаковый результат – 62,2%. И это настолько фантастическая цифра, что ее, грубо говоря, видно из космоса – одинокий высоченный небоскреб на электоральном поле России. И вывод тогдашних экспертов по электоральной статистике: на выборах в 2016 году в Саратове были нарисованы вообще все результаты выборов и за партии, и за одномандатников. Но вернемся к расследованию. Политолог Александр Морозов полагает, что общественный эффект оно даст небольшой.
Ну, как вы думаете, может это действительно повлиять на результаты? Ну, вот все-таки публикация большого материала о коррупции. Нет, на мой взгляд, сейчас это не повлияет, но я это говорю не к тому, чтобы этого не делали, а к тому, что просто, на мой взгляд, сейчас такой тяжелый момент, момент такого спада, очевидного спада после того, как раздавлено все, что можно властями в отношении такой гражданской активности, и выборы проходят уже в такой атмосфере очень большой апатии, и в том числе среди избирателей. Я не думаю, что здесь будет какая-то мобилизация такая антивластная в этот раз.